Доброго времени суток, мои любимые телезрители, и я очень рад, что у нас уже 6000 подписчиков. Те, кто меня поздравили, спасибо вам огромное. Переходим к нашей рубрике «Хочу попасть в видео». Вроде я всех уважил и как бы отметил всех, кто захотел. Дальше. У нас была штука под названием «Прислать персонажа, которого вы придумали». Вот, товарищ с ником Нерегинс прислал мне такого персонажа, как Боди. Он прислал вот такую версию, но я чуть-чуть дорисовал. Описание у него было, что у него нет руки, из одежды у него цилиндр, а вместо руки ножик, а зовут его Боди. Так что присылайте в следующий раз ваших персонажей и описание. Они попадут в видео и ко мне в группу ВКонтакте. Как обычно, ответы на ваши комментарии будут в конце. И переходим к главному вопросу видео. Это разбор силы Флэки. Поехали! Давайте вспомним, что же нам говорят о персонаже из оригинального Happy Tree Friends. Флэки – это дикобраз с перхотью на иголках. Очень застенчивая и робкая личность. Все время старается избежать опасных ситуаций. Единственный женский персонаж, запятая, у которого нет ресниц. Это очень важно, я считаю. Страдает паранойей, в тяжелой форме и множеством фобий, из-за чего иногда падает в обморок, ее часто рвет. Флэки дружит с Кадласом и Флиппи, с которым часто проводит время, а однажды даже устраивает вечеринку в честь его дня рождения, то есть Флиппи. Половина фэндома считала, что это девочка, а половина, что мальчик, то есть в принципе никто не знал, кто это. Но все думают, что это девочка. Также небольшим подтверждением того, что Флэки девочка, является куча фанатских картинок с Флиппи и Флэки, показывающих у них роман. Но я скажу так, персонаж, очень сильно отличается от Амнезии, потому что здесь это такой застенчивый, такой боящийся всего персонаж, а в Амнезии он такой экшоновый, такой не боится ничего, готов порвать всем жопу на британский флаг за своих. Ладненько, переходим к характеристикам. Как обычно, будем использовать таблицу из Anime Character Fight. Поехали. Пол женский, тут, я так понимаю, вопросов не будет. Классификация. Дикобраз, зараженный проклятием Ксеба. Возраст неизвестно. Умения. Сверхчеловеческие физические характеристики. Рукопашный бой. Острые шипы. Спинка, как у Соника. Ну вы понимаете. Такой Соник с острыми шипами, который не просто бьет, а убивает. Далее. Слабые стороны. Не замечено. Разрушительный потенциал. Стена плюс. Ну, у всех почти персонажей такая ситуация, так что продолжим. Диапазон до сотни метров. Ну, тут я имею в виду или метательное оружие, или то, что она будет использовать свои иголки в качестве метательного оружия. Дальше. Прочная защита, стена плюс для рукопашного боя, для оружия человеческое. Все то же самое, как и для обычных персонажей. Обычные удары она выдерживает. Для холодного огнестрельного оружия такая же пробивная, как и просто обычное тело. Вот. Но остается один нюанс. Она выдержала взрыв гранаты в руке, и у нее просто оторвалась рука, а не она разорвалась. Тут только вопросик остается. Скорость. Дозвуковая скорость боя. Сверхзвуковая скорость реакции. Ну, тут как обычно. Вроде дерется она не очень быстро, но отбивает пули и так далее. И уворачивается от пули. Сила на подъем. Неизвестно, предположительно до тонны. Как и у всех персонажей. Ничего нового. Выносливость. Сверхчеловеческая. Выжила с оторванной рукой и продолжила бой. Ну, это и касается боя со Сплендитом. Когда она гранату взорвала в руке. Ну, и когда ей, в принципе, руку чуть не оторвали, когда она с Лэми фигарилась. Дралась. Боевые навыки, предположительно средний. Ничего интересного, рукопашный бой, ничего вообще нового. Экипировка, мачете и иголки. Ну, холодное оружие, ну и в Африке холодное оружие, ничего интересного. Интеллект средний. Ну вот и все. В принципе, больше по этому персонажу сказать нечего. Единственное его отличие от всех, обычных зараженных, которые имеют чуть-чуть больше силы, чем у статистов. Да, чуть-чуть выше физические характеристики, иголки и вот этот вот офигенный спин. Все. Этот персонаж стоит где-то чуть выше середины по силе из всех. Так что, ну, мне очень интересно, на самом деле, с точки зрения рассмотрения сил. Ну что, переходим тогда к комментариям. Кое-кто мне написал: мне кажется, что ты накручиваешь подписки. Скажу сразу, никаких подписчиков я не накручивал. Если бы вы знали, сколько стоит накручивание подписчиков, вы поняли, что у меня столько денег просто нет. Дальше. Джозеф Сид 2 пишет: как насчет сделать видео про грехи амнезии, сюжетные ляпы, клиширование, моменты и так далее. Это крутая идея, мужик, вообще очень классная. Я этим займусь, но чуть-чуть попозже. У меня уже есть идея, как это все обыграть. Будет, но попозже. Ну, не скоро, я думаю, после 6-й амнезии только. Не обижайся. Дальше. Патрицио пишет: кто сильнее, амнезия или то, что ты... Чего? Кто сильнее в амнезии или то, что создал Снифлс, А, все понял. Он имеет в виду, кто сильнее, зараженные или те, которые приняли антидот, у которых белые глаза с красными потеками. Мне кажется, никто, они равносильные, потому что, ну, как бы никто в силе не потерял и никто в силе как бы не прибавил. Так что это одинаковый уровень сил, просто уровень подчинения другой. То есть одни подчиняются Хебе, другие подчиняются Снифлсу. И все на этом. Я так думаю. Может, мне поправить, если что. Солбон Бальчина пишет: а как передается вирус, это мой вопрос. И второй вопрос. А у меня вопрос: как ванны будут побеждать в этом аде? А, военные, это, наверное, он имел в виду. Как передается вирус? Я предполагаю, что ментально. Ну, то есть не по воздуху, то есть не с водой, не с едой. Где ментально, потому что, например, Сплендит заразился, когда просто пострелил в глаза Кебе. Так что, скорее всего, это ментальное заражение. И как будут военные сразу? Да никак они не будут сражаться. Если у них там есть какие-то персонажи, которые очень сильные, они будут их использовать. А так, ну, пушечное мясо, ну, как бы, не пушечное мясо везде, ничего нового. Ну, ролик подходит к концу. Пишите больше своих комментариев. Также не забывайте писать «хочу попасть в видео» и присылать своих персонажей, которых вы придумали. А на этом заканчиваю. И не забывайте подписываться, оставлять свои комментарии, бить в огромный колокол, ставите лайки. А на этом все. Всем пока-пока.